Американская красотка Лора Харриер своим 12 годам уже достигла многого. Была моделью Луи Виттон и Лореаль, появлялась на обложках Космополитен, а также стала рекламным лицом ювелирного бренда Bulgari. Однако настоящим успехом для Лоры стало участие в фильме «Человек-паук. Возвращение домой». Слушай, а где я ее видел? Не знаю, в мечтах или на страничке Dana TV. И, конечно, новой вершиной карьеры Лоры стала картина «Черный клановец». Эй, а ты где стрижешься? Там же, где и ты. Отличненько. Фильм получил «Оскар» за сценарий и «Гран-при» в Каннах, где на красной дорожке Dana TV и увидели Лору, Адама Драйвера, режиссера Спайка Ли и других звезд этого фильма.